Всем привет! Сегодня у меня в руках модель под названием Huawei Ascend P6. Сейчас я распакую данную модель, покажу вам комплектацию, а через какое-то время сниму обязательно полноценный обзор, потому что, поверьте мне, здесь есть на что посмотреть. Коробка у нас вот такая, вот она рифленая, но это особо никому не интересно. Тут вся прелесть в самом девайсе. Давайте я его отложу на потом, посмотрим с вами сразу же комплектацию. Здесь вот есть такая скрепочка, как айфоновская, то есть дальше вы поймете, для чего она. Здесь есть коробка с наушниками. Наушники у нас оригинальные, хуавеевские. Пока не знаю, насколько они будут хорошо звучать, дальше посмотрим. Ну, вообще, знаю, что в любой такой технике это наушники, это просто поточный аксессуар. Он не сможет выполнять свою функцию на максимум. То есть я пользуюсь только хорошими наушниками от Sennheiser. Здесь у нас есть зарядка и USB кабель. В принципе, тоже все стандартно. Зарядка еще требует для своей работы переходничок под наши розетки. И в третьей коробке, что у нас здесь? Давайте смотреть. Здесь у нас есть познавательная литература. Ascend P6, талон обязательный, талон, календарь. Еще какие-то там листики. И вот есть вот такой вот интересный аксессуар. Это бампер. Бампер под наш смартфон. Вот такой вот он интересный. Ну и давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону Huawei Ascend P6. Эта модель очень интересная. Интересна она в первую очередь, конечно же, своим дизайном. Потому что дизайн тут покоряет. Никакие айфоны, никакие другие Samsung лопатные не сравнятся. Одна из самых тонких моделей в мире. Когда-то, как только она вышла, это была самая тонкая модель в мире. 6 мм, а если быть точным, то 6,18 мм. Сделана она из классных, качественных материалов. Вот эта вот окантовка, она металлическая. Судя по тому, как ведет себя телефон при нагреве, вот эта крышечка тоже металлическая, но я еще это уточню в полном обзоре. Закаленное стекло Gorilla Glass у нас тут. Смартфон у нас на одну симку. Вот на задней крышке у нас расписаны все разъемы. То есть это у нас микросим, стандартная SD-карточка, качелька громкости, кнопка включения-выключения. Тут микрофон и USB вход. С этого бока у нас нет ничего, кроме вот этой вот штучки, расскажу сейчас позже. Здесь у нас микрофон снизу, с этого бока я уже показывал, с этого тоже показывал. Спереди у нас динамик, у нас датчик освещения приближения, фронтальная камера шикарнейшая, кстати. Снизу у нас логотип Huawei, обращаю ваше внимание на то, что в данной модели сенсорных кнопок нет, и механических тоже. Они отображаются вот здесь вот на экране, такой полосочкой, их можно убирать, но это все в полном обзоре. Сзади у нас, конечно же, логотип Huawei, камера, обязательно вспышка, и есть динамик. Скажу сразу, что модель, блин, по дизайну просто шикарнейшая. То есть настолько стильный смартфон, настолько удобная модель, размер всего лишь 4,7 дюйма. То есть, ну, шикарный аппарат по внешнему виду. Что там у него будет внутри, мы разберемся. И напоследок скажу, что же вот это вот такое. Это такая вот, с одной стороны, удобная, и с другой стороны, не совсем удобная штучка или пыптик, как-то так его можно назвать. Это разъем под наушники. То есть вот здесь у нас разъем. Чем эта штука удобная? Тем, что этой штучкой можно открывать вот эти вот слоты. Раз и два. Неудобна она тем, что если вы меломан, если вы любите слушать музыку в наушниках, то вам либо эту штучку нужно выкинуть или положить, спрятать куда-то, либо постоянно ее вынимать и вставлять обратно, и куда-то ее прятать, чтобы не потерять просто-напросто. Так, смартфон мне очень понравился, все круто, все классно. Сделаю чуть позже полный обзор. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и ставьте лайки. Всего доброго. Вот так вот моделька выглядит, кстати, в бампере, потому что я не показал. Все очень клево, все отверстия есть.
отверстия под камеры, кнопочки все нажимаются. Поэтому вот так вот выглядит наш супер-мега стильный смартфон. Спасибо.